В минувшее воскресенье в ледовую арену имени Владислава Третьяка приехали спортсмены, для которых участие в любительских чемпионатах Московской области по хоккею – давняя традиция. Эта встреча между командами Литвинова и Балашиха далеко не первая, и хотя еще ни разу гостям не удавалось победить наших земляков, весьма именитых соперников, каждая новая игра оборачивается бурными эмоциями. С этой командой мы играем уже 6-й раз, 5 раз мы ее обыгрывали, сегодня 6-й раз. Сегодня играем за 1-2 место в своей подгруппе, чтобы пройти дальше. Ветеранская хоккейная команда Литвинова известна не только в Щелкове, но и далеко за пределами Московской области. Созданная в 2003 году, она становилась многократным победителем и призером областных, всероссийских, международных турниров и чемпионатов среди любительских команд. Ветераны хоккея играли не только в России, но и в Латвии, Швейцарии, Чехии, Финляндии, Канаде, США, Беларуси. В Щелкове ледовая арена имени Владислава Третьяка – одно из мест проведения игр чемпионата области по ветеранскому хоккею. Сейчас здесь борются за победу в зональных подгруппах. Встреча с клубом «Балашиха» – последняя игра восточной зоны турнира Московской области. Игра у гостей с самого начала не заладилась. Первая шайба влетела в их ворота уже на первых минутах, а затем разрыв в счете только увеличивался. К концу первого тайма он стал 3-0, а к концу второго – 7-0. И только в третьей 15-минутке гости смогли забросить одну ответную шайбу. Самый старший по возрасту хоккеист из команды «Балашиха» Сергей Купчин дал высокую оценку мастерству соперников. Абсолютно вам точно могу сказать, что классификация у команды щелковской ХК «Литвинова» значительно выше нашей. Они более опытная команда. Как видно из названия возрастной категории турнира 50+, игроки в командах достаточно опытные, но выходя на коньках и с клюшками на ледовую площадку, они словно забывают о своем возрасте. Скорость, с которой хоккеисты перемещаются по льду, просто потрясает. Всю жизнь я играл, и сейчас продолжать играть – это самое основное в этой, ну, в нашей вот сейчас даже ситуации с учетом пандемии. И как бы выходить на лед играть – это... Ну, отдушина такая для себя, ну, для всех ребят, кто играет, это как бы, ну, вторая жизнь, будем так сказать, что ли. Ветераны из команды Литвинова выиграли у хоккеистов из Балашихи со счетом 12-1. Они заняли первое место в восточной зоне Московской области и теперь будут соперничать с ветеранами, победившими в зоне западной. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.